Привет, дорогие друзья, с вами тут Impalut, а у нас сегодня будет не игра, а новое видео, которое вышло от Майкла Б о Трансформерах 5. Я это видео снимаю, потому что я жуткий фанат Трансформеров, я уже просто не удержался, трейлера не снимал, но вот это вот я просто обязан снять, потому что вы вот только посмотрите на это. Заметьте, Оптимус и глаза из бирюзового перешли в фиолетовый. Это о чем-то говорит. Ну, Бамблби, это ясно. Хаунд. Заметьте, у Хаунда никакого знака аптечки нет. Не факт то, что он будет медиком. Смотрите, Хот-Род. Новый Мегатрон, новый Мобличий. Заметьте, видите, у него лицо перешло. Какую-то маску. Барикейс. И, кстати, заметьте, у него на руке написано «Наказать». Татуировка «Наказать». И плюс еще пулемет. Короче, он уже будет жестким парнем, судя по всему. И как он бы жил, я не знаю. Наверное, узнаем в фильме. И почему он еще в новом обличии? Гогмен, кстати, заметьте, у него препарат, который стоял как у Бамблби. А это говорит о том, то, что он не имеет голоса. У него нет голоса, он говорит как-то по-другому. И, кстати, заметьте на его тело. Наверное, он какой-то строитель или какой-то робот-ученый, который захвачен создателями. Но это понятно, это вот робот девочки, который был. Ну, предлагаю посмотреть еще раз. Я ничего говорить не буду, но чтоб у вас было море впечатлений. Что ж, не забывайте ставить лайки. Ваши лайки для меня очень важны. Если вы тоже ждете фильм Трансформеры 5, обязательно поставьте лайк. Буду очень благодарен и узнаю, сколько нас. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Ждите новый фильм, должен выйти в июне этого лета.